Арбитражный суд республики удовлетворил иск Генпрокуратуры страны об изъятии акций башкирской содовой компании. Об этом стало известно сегодня после заседания. С вступлением в законную силу решения суда акции в полном объеме передадут Росимуществу. В конце августа президент страны Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законы сделки по утрате госконтроля над башкирской содовой компанией в 2017-м. В результате приватизации акционерами БСК стали компания «Башкирская химия», региональный фонд, торговый дом «Башкирская химия». Ущерб тогда оценили в 34 миллиарда рублей. Такой иск суд удовлетворять не должен был. На мой взгляд, тому есть несколько причин. Первая причина – очень странно, что акции требуются федеральной собственности, а не в республиканскую, даже если говорить о том, что были проблемы с приватизацией, что это было сделано незаконно. Хотя это тоже еще вызывает вопрос, почему это незаконно. Так вот, если даже так, то очень сомнительно, почему акции входят в федеральную собственность, а не в собственность нашей республики. Отмечу, что в октябре глава Башкортостана Ради Хабиров заявил, что власти региона поддерживают исковые заявления Генпрокуратуры. По его словам, интересы республики не пострадают, а только упрочатся при переходе акций Росимуществу. Генеральный директор БСК Эдуард Давыдов от комментариев по решению суда отказался, отметив, что его основная задача – обеспечить эффективную работу компании и контролировать выполнение всех договорных обязательств.